Актер Александр Домогаров сообщил зрителям важную новость. В комментариях к видеообращению последовали пожелания скорейшего выздоровления Александру Юрьевичу. Добрый день, дорогие мои любимые зрители. Сегодня 17 марта 2023 года. Я к вам с плохой новостью. Сегодня на сцене Ричарда, наверное, не будет. Объясню причину. Мы честно пытались неделю выскочить из болезни всей семьей. Но я не чувствую себя до конца здоровым, чтобы 4 часа продержаться на сцене. Спектакль энергетически тяжелый, он и эмоционально тяжелый, и физически тяжелый, поэтому я не чувствую в себе сил, не хочу выглядеть перед вами хуже, не хочу, чтобы у вас было плохое послевкусие, поэтому очень надеюсь, что администрация театра найдет способ вернуть этот спектакль вне того репертуара, который есть, может быть, найдется день, когда можно. Если нет, то мы встретимся с вами 31-го. Еще раз простите меня, пожалуйста, за то, что сегодня отмена. Встретимся 31 марта. Ваш Домогаров. Спасибо.